Здравствуйте, сегодня покажу такомикс Германия. Вся интересующая вас информация будет под видео. Все маечки ГБ, эска, полностью сделаны пайетками, как спереди, так и сзади, также эска. 27 размер джинс. Джинс 34 размер. Тонкая ткань 36 размер. Шифон 38 размер. Также шифон эска. Внизу на резиночке. Тонкая вязка XS. Без подкладок. Также эска. HBXXS. Эска ХБ. XS, шифон впереди, очень приятная ткань сзади. ХБМ, ХБ2XL, XS вязка. Эска ХБ очень приятная на ощупь. Размер 2XL. Вязка М-ка. ХБ-XS. Тонкая приятная ткань S-ка. Катон S-ка. На резиночках сжатая. ХБ-S-ка. На резинке. Под кожу М-ка. 2XL ХБ. ХБ-XS. Ворот расшит пайетками прозрачными. Джинс 36 размер. Джинс 29 размер. ХБ-XL, эска, также эска, тоненькая ткань, очень приятная, ХБ-S, ХБ-XS, ХБ-эска, эска, также эска, джинс 31 размер, также тонкий джинс, впереди с камушками, камушки все на месте, размер L-ка, без подклада, тоненький джинс 38 размер, на резинках внизу. М-ка также тонкий джинс. XS тонкий джинс. Катон 36 размера. Джинс М-ка. На бретельках, бретельки регулируются. 2XS. Тут немножко грязный от мешка. 2XS, S-ка, XS, шифон L-ка, также L-ка, плотненькая ткань, 2XL, ХБ, здесь кружево, вставочки. Тоненькая ткань, полупрозрачная эска. Тоненький джинс 36 размер. Также тонкая ткань, размер эска. ХБМ-ка.
Шифон эска. Прозрачная, без подклада. Шифон 40-й размер. Эска. Очень приятная на ощупь. Впереди кружево. Кружево с подкладом. XL ХБ. На резинке снизу. XL. М-ка. С-ка. Также С-ка. Все ХБ. 2XS. Джинс 30-го размера. Синтетика С-ка. Синтетика М-ка очень хорошо тянутся. Плотный джинс М-ка. Тоненький джинс 38-й размер. Шифон очень приятный на ощупь, 44-й размер, вверху на резинке. ХБМ-ка. ХБ-XS. XS. М-ка. Удлиненная к низу. XS. Тонкая вязка. Также XS, тоже тонкая вязка. Джинс 40-й размер. Тоненькая ткань сделана под джинс, размер XS. Вверху на резиночке затягивается. Джинс 38-й размер. ХБС-ка. Юбка внизу. ХБ-XS. Очень длинная. С одного боку разрез. Вязка 44-го размера, прозрачная. ХБ-М-ка. Очень приятная на ощупь. С-ка шифона впереди. XS расшита впереди. ХБ-XS. Также ХБ-XS. ХБ-S-ка. Внизу затягивается. S-ка. ХБ-S. Тут немножко от мешка. МКХБ, XS, вязка, просто запахивается. Элька, тоже вязка, просто запахивается. Шифон очень приятный на ощупь, с кружевными вставочками, размер 52-й. XS ХБ. S-ка. 2XS. XS. Синтетика. Плотная. Размер XS. Джинс XS. 38-й размер, тоненький джинс. 31-й размер, тоже тонкий джинс. Большая вязка XS. Также большая вязка 2XS. Элька очень тоненькая. S-вязка. Джинс 28-го размера.
Джинсы 32 размера. ХБ-XS. ХБ-2XS с удлиненным низом сзади. XS. S-ка очень тонкая и мягкая. XS. Также XS плотная, с большим воротом. Дождевик, размер XL. Тоненькая, очень приятная ткань, L-ка. ХБ-S-ка. XS. Также S-ка с камушками впереди. S-ка. XS очень тоненькая. 2XS ХБ. L-ка ХБ. XS. Тонкий джинс с камушками на карманах, размер М-ка. 32 размер, тонкий джинс. Также тонкий джинс, размер XS. Внизу на резиночке. S-ка, тонкий джинс. На резинке. XS ХБ. Также XS ХБ. 2XS. S-ка с декоративными элементами впереди. Также S-ка с декоративными элементами. S-ка ХБ. МКХБ. Сейчас вам покажу то, что не вошло в количество единиц. Соломенная. Очень тоненький, очень нежный. С кружевным низом. Точно такой же в другой расцветке. И лосины.